Привет, дорогие друзья! Сегодня у меня для вас очень полезное видео. Я поделюсь с вами секретом, который меня очень и очень выручает. Вам, наверное, интересно, что же это за секрет такой? Под этой тарелочкой находится универсальное средство, которое я использую уже более 10 лет. И первое действие, когда у меня недомогание или начинается простуда, слабость, что я делаю? Я не бегу в аптеку, а прибегаю к этому средству. Это средство состоит всего лишь из двух ингредиентов. Оно мне всегда помогает. Не было еще такого случая, чтобы мне это средство не помогло. И оно буквально за часы ставит меня на ноги. Я думаю, пришло время узнать об этом и вам. Ну что, вы готовы? Раскрываю секрет. Что мы видим? На тарелке у нас половинка лимона и столовая ложка меда. К этой пропорции я как-то пришел интуитивно. Мед можно майский, гречка, подсолнух, неважно. Можно заменить сахаром, если нет. Бывали такие случаи, у меня не было меда, и я заменял сахаром. И это средство работает всегда. Это, конечно же, подойдет тем людям, у которых нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Потому что дальше я покажу, как же я все-таки его использую. Первое, что нам нужно, это нарезаем половинку лимона. Нарезать можете как угодно. Главное, чтобы вы смогли его съесть. Ну и туда же отправляем ложку меда. Как я уже говорил, можете заменить сахаром, если у вас нет меда. Тщательно перемешать. Косточки, если попались, обязательно вытянуть. Теперь расскажу, как я его использую. Только вы почувствовали недомогание, слабость и чувствуете насморк, вечером, когда вы ложитесь спать, съесть вот эту половинку всю лимона с медом. И с научной точки зрения я понимаю, как это работает. То есть ударная доза витамина С. Все, организм ослаблен, он получает витамин, восстанавливается за ночь, и на утро все проходит. Вы здоровы, бодры, полные сил и энергии. Мне это средство очень помогает, всегда выручает в любое время. Так что обязательно попробуйте и напишите в комментариях, помог вам этот способ или нет. Мне будет очень интересно. Поделитесь этим видео с друзьями, близкими, знакомыми. Им это средство тоже пригодится. Спасибо большое за внимание. Всем я желаю здоровья, счастья, удачи. И до новых встреч. Скоро увидимся.